Назад! Я должен увидеть папу! Его святейшество ждет вас наверху замка, в своих покоях. Прочь с дороги! Ничего не понимаю. Я вчера заказала новую партию мышьяка. Мне ужасно жаль, сеньора. Но папа забрал все. Где папа? У него встреча с Чезаре. Странно. Он не сказал мне, что Чезаре вернулся. Эта баба меня со свету сживет. И зачем я пошел в солдаты? Ну и семейку у этого папы.
Я просто моргнул и... Черт, я... Вон он! Скорее! Нечего здесь делать. Он похож на... Взять его! Исчезни, столб! Я его упустил! Что здесь произошло? Не понимаю, о чем ты? Мои деньги, войска, где же все? У всех бывают трудности, даже у тех, кто командует армией. Ты дашь мне денег? Нет, не дам. Тогда я воспользуюсь частицей Эдема, чтобы добыть их. Обойдусь без тебя. Мне все это совершенно ясно. Ты знаешь, что барон де Валуа мертв? Нет. Это ты? А у меня были причины убивать его. Он что, злоумышлял против меня вместе с моим талантливым предателем? Я не собираюсь терпеть это. Его убили ассасины. Почему ты их не остановил? Как будто это было в моих силах. Ведь это ты решил напасть на Монтариджони. Ты! Пора, наконец, тебе нести ответ за свои действия. За мои победы, одержанные вопреки таким неудачникам, как ты! Никуда ты не пойдешь. Частица Эдема у меня. Прочь с дороги, старик. Я дал тебе все, но тебе всегда мало. Чезаре! Он хочет отравить тебя! Ты не слушал голос разума, отец. Ты не видишь? Я управляю всем. Если я хочу жить, я живу. Если я хочу взять, я беру. Если хочу, чтобы ты умер, ты умрешь! Где частица Эдема? Стой! Я знаю, где она! Он забрал ее, а ты мне не сказала? Чезаре, это я, твоя королева. Ты моя сестра, ничего больше. Где оно? Ты не любил меня? Где яблоко? Говори! Говори!
Ладно, Чезаре, я лезу через окно. Мне нужно яблоко! Я видел этого чудовища! Остановите его! Быстрее! Тебе больно? Отдай мне яблоко! Оно мое, а не твое! Мне нужно яблоко! Тебе больно? Отдай мне яблоко! Оно мое, а не твое! Мне нужно яблоко! Тебе больно? Отдай мне яблоко! Оно мое, а не твое! Мне нужно яблоко! Тебе больно? Отдай мне яблоко! Оно мое, а не твое! Мне нужно яблоко! Тебе больно? Отдай мне яблоко! Оно мое, а не твое! Мне нужно яблоко! Вот умница, сестричка. Реквескат ин паче. Я знаю, куда пошел этот ублюдок. Сан-Пьетро. Павильон во дворе. Спасибо. Ассасино! Кацо. Твой черед настанет позже. Прикончите его!
Бей его! Ора! Золото! Негодяй! Хочешь привлечь внимание, да? Молодые! Да, да, да. Крыса попалась! Слава богу, что вы здесь. Уже уходи. Прошу, позволь мне уйти. Не убивай меня. Я уже ухожу. Ты это ищешь? Тебе конец, ассасин. Ты падешь от моей руки. Стража! 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 Убейте его! Спок! Уничтожь!
Бежит. Ага! Вот он! Взять его! Взять! Ора! Я с вами! Разве Вперед! Это законно? Вон там! Я его... Святой Анны. У него железо. Родриго Борджиа мертв. А Чезаре? Отравлен, но выжил. Нельзя допустить, чтобы он собрал своих сторонников. У нас всего несколько недель. С вашей помощью я выслежу его. Мои люди будут патрулировать город, но нам нужна армия! У нас она есть. Привет! Должны найти их. Они повсюду и в то же время нигде. Мне наплевать, как вы это сделаете. Мы не справимся сами, сеньор. Вы должны помочь нам. Я болен, идиот, и... Скоро Микелетто приведет сюда мою армию.
И тогда вы увидите, как быстро мы покончим с этими ассасинами. Ты заблуждаешься, Чезаре. Стража! Что за колдовство? Кардинал сообщил под давлением, что Чезаре встречается со сторонниками тамплиеров за городом. Кардинал отправится туда вечером. Я пойду за ним.
Бей! Присоединяйтесь ко мне, и я возьму Рим. Мы решили избрать папой Делла Ровере. Извини. Я платил за ваше назначение. Рим уже не тот, что прежде. Деньги Борджа стали грязными. Ты пожалеешь об этом? Ассасино! Бегите! Наемники обещают тебе свою жизнь, но в трудный час они предадут тебя. Стража! Атаку! Взять его! Вон он! Далеко он не уйдет! Истекаю кровью. Я слабее. За это я довольна. Сдохни, наконец!
Ха! Вот теперь ты умрешь. Все, ты труп! Куда?
Надеюсь, ты уже получил отпущение грехов. Сообщает, что Чезаре собрал своих лучших солдат у главных ворот Рима. Созывай ассасинов. Мы вместе сразимся с ним. Чао! Я объединю Италию! А вы будете править вместе со мной! Пришел посмотреть на мой триумф! Скоро сюда придет Микелетто с армией! Но ты умрешь раньше! Insieme per la vittoria! Vittoria Ассасини! Мои люди не подведут меня! Они знают, что я иногда... Я заплачу!
убить его! Скоро ты покинешь этот мир, а я верну свои владения. Вырвите ассасину глотку! Если я выживу, то ты сдохнешь! Само слово «ассасин» умрет вместе с тобой. Бросай оружие к Чезаре Борджиа. Армия Микелетта уже близко. Скоро мы захватим мой город раз и навсегда. Это уже не твой город. Чезаре Борджиа, по приказу папы Юлия II, арестован за убийство, измену и кровосмешение. Нет! 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 Все закончится не так! Оковы меня не удержат! Я не умру от руки человека! Не нравится мне, как он сказал. Оковы меня не удержат. Если хочешь, есть способ узнать правду. Нет, это слишком опасно. Эта вещь не должна попасть в руки людей. Какая жалость. Прятать шедевр, чтобы никто его не увидел. А что, если он не шутил? Нельзя рисковать. Чезаре был прав. Я должен идти. А как же твои друзья? Наше братство будет существовать и без меня. Что ты собираешься делать? Бросать зерна. Держи подарок. Если ты уходишь, тогда забери свои деньги. Они мне не нужны. Мы еще встретимся, клянусь. Буона Фортуна, мой старый друг. И возьми деньги. С твоим жалованием они тебе пригодятся. Моего покровителя все-таки арестовали. Как ты нашел меня? Яблоко что-то украл у Марио Аудиторе. Помнишь? Убейте! Убейте ассасина! Порвите мальдита бастарда в клочья! Нужны боеприпасы. Верхом будет быстрее.
слышал, наварцами командует Чезаре Борджиа.
Чезаре! Тебя окружают стены! Бежать некуда! Ну, подходи, Эцио! Я не умру! Фортуна не отвернется от меня! Я лучший воин в мире! Назад! Я не опозорю себя поражением! Аудитора не победит меня! Вниз! Рим, Италия, Испания! Все это будет моим! Был моим. Желание и право не одно и то же. Да что ты знаешь? Знаю, что настоящий лидер делает людей сильнее. Я приведу людей в новый мир. Пусть твое имя будет забыто. Реквеска ин паче. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Тогда я оставлю тебя в руках судьбы. Трон был моим. Да что ты знаешь? Я приведу людей в новый мир. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Есть. Это Колизей. Идем. Мы доберемся еще до рассвета. Постойте, дверь показалась мне странной. Кажется, у нее и не было ручки. Сейчас проведу анализ. Отлично. Значит, нужен какой-то футуристический ключ. Похоже, что тут вербально активируемый механизм. В жизни не видела ничего подобного. То есть нам нужен пароль? Попробуй напеть пятую симфонию. Проклятая европейская энергосеть! Теперь мы не сможем извлечь пароль из памяти Эцио. Мы должны найти пароль. Ответ знает Эцио. Ну вот в чем беда. Он мертв. Не могу поверить, что мы застряли.
Эй, может, пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы. 1419, 1420, 1421. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в трех стихах книги Исхода, с 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике, и сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно, ты уверен в этом? Да, Ребекка, именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72 году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Дежавю. Точно. Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав. Этот тоннель ведет под капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину. Люси, я уже скоро буду у входа. Очень хорошо. Увидишь гладиаторов, мой совет – беги. Буду иметь в виду. Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Все давно шло к тому. Ты заслужил это. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. Что мы найдем? Надеюсь, что карту храма. И что, яблоко просто так отдаст ее нам, да? Что-то не верится. Может быть, в этот раз нам повезет? Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипогеуме находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Очень ценно. Как-то не по себе. Ведь сегодня 10 октября. И что? Сколько
несколько дней до запуска спутника тамплиеров. У меня такое чувство, что я знаю ответ. 72. Какое это имеет значение? Мы просто возьмем яблоко и уйдем. Пароль от двери. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Наконец-то снова на знакомой земле. Здесь мы поместим итог нашей истории. Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Что случилось, Десмонд? Ничего. Вначале мы доверяли наши знания пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Люди снова стали невинными, невинными и невежественными.